Hello, my friends! Привет, друзья! Do you know what's the weather like today? А вы знаете, какая погода сегодня? It is snowy because it's winter. Снежно, потому что зима. You can go outside and play snowballs. Можно выйти на улицу, поиграть в снежки. Но сначала уроки. Давайте повторим слова по теме нашего сегодняшнего урока. Nature and weather, природа и погода, с помощью которых можно описать погоду, и мы сделаем это с помощью вопросов и ответов, и в настоящем, и в прошедшем времени, то есть поговорим о погоде и о сегодняшней, и о вчерашней. Но сначала давайте возьмем словари и ручки и запишем эти слова, с помощью которых мы и будем строить предложение. Let's start. Cloudy, облачно, cloudy. Cold, холодно, cold. Hot, жарко, hot. Foggy, туманно, foggy. Windy, ветрено, windy. Rainy, дождливо, rainy. Snowy, снежно, snowy. Stormy, штормовая погода, stormy. Sunny, солнечно, sunny. Warm, тепло, warm. Теперь строим вопросы и ответы. Начнем с настоящего времени, то есть о погоде сегодня. Начнем с вопроса, который я поставила в начале этого видео. What is the weather like today? Какая погода сегодня? Ответ будет начинаться «it is» и подставляем одно из слов, которое мы записали в словарике, чтобы описать погоду. Итак, «What is the weather like today?» Какая погода сегодня? «It is cloudy» – облачно. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is cold. Холодно. Мы будем каждое слово подставлять. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is hot. Жарко. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is foggy. Туманно. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is windy. Ветрено. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is rainy. Дождливо. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is snowy. Снежно. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is stormy. Предвещающая бурю, штормовая. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is sunny. Солнечная. What is the weather like today? Какая погода сегодня? It is warm. Тепло. Теплая погода. Теперь зададим вопрос и построим ответ в прошедшем времени о погоде вчера. Для этого вместо слова is, вспомогательного глагола в настоящем времени, поставим вспомогательный глагол прошедшего времени, то есть глагол to be в прошедшем времени в форме was. Вместо what is мы в вопрос поставим теперь what was the weather like, и вместо слова today сегодня подставим слово yesterday вчера. Соответственно, в ответе будем начинать построение предложения it was вместо it is. So, what was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was cloudy. Было облачно. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was cold. Было холодно. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was hot. Было жарко.
What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was foggy. Было туманно. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was windy. Было ветрено. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was rainy. Было дождливо. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was snowy. Было снежно. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was stormy. Была штормовая погода. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was sunny. Было солнечно. What was the weather like yesterday? Какая погода была вчера? It was warm. Было тепло. Nice of you. Молодцы. Давайте сделаем небольшой перерыв, разминочку, физкульт-минутку, чтобы вы все время не сидели перед экраном просто так. Так, что мы сделаем? Мы немного отвлечемся, мы работаем в основном головой и руками перед нашими телефонами, компьютерами, ноутбуками, перед гаджетами, да? Поэтому давайте сначала сделаем упражнение головой. Понаклоняем ее вперед и назад. По-английски это звучит forward. Вперед, back, назад. Forward, back. Forward, back. Do it with me. Делаем вместе со мной. Forward, вперед, back, назад. Вправо, влево. Вправо. Right, влево, left. Так, чтобы натяжение почувствовать. Так. И вращение по кругу. Head spinning. Nice. И разомнем немножко ручки. Exercises by hands. Так, ну давайте сделаем сжать-разжать кулачки. Clench, unclench. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Вращение кистью рук, ну, можно сжатыми кулачками. Hand rotation. Nice. И встряхнули. Shake your hands. Shake your hands. Nice of you. Let's go. Продолжаем. Сейчас послушайте рассказы детей об их любимых временах года и о том, что они могут делать во время каждого сезона. Так, поехали. Winter. Winter is my favorite season. Я буду переводить. Зима – мое любимое время года. It's very cold and it often snows. Очень холодно и часто идет снег. We can skate on the ice on the river and we sledge and play snowballs. Мы можем кататься на коньках по льду на речке и можем кататься на санках, играть в снежки. Next. I love spring. Я люблю весну. It's getting warmer after the long winter. Становится теплее после долгой зимы. There are flowers and grass in the fields. На полях цветы и трава. Sometimes the sky is gray and it rains, but afterwards the sun comes out and the countryside is fresh and green again. Иногда небо серо, идет дождь, но после этого выглядывает солнышко, и везде появляется ощущение свежести, и снова все зеленеет. I can ride a bike and go for walks with my friends. Я могу кататься на велосипеде и выходить на прогулки с друзьями.
Next, autumn, осень. I like the bright colors of the trees in autumn. Я люблю яркие цвета деревьев осенью. They are red, orange, yellow. Они красные, оранжевые, желтые. Sometimes it's foggy in the morning. Иногда утром туманно. Then the fog goes away and the sky is blue all day long. После этого туман уходит, и небо остается голубым целый день. I can ride a bike outside. Я могу на улице покататься на велосипеде. Later this season the wind is getting colder and it often rains. А позже, во время этого года, ветер становится холоднее и часто идут дожди. Then I stay at home and play computer games. Тогда я остаюсь дома и играю в компьютерные игры. Summer is my favorite time of the year. Лето – мое любимое время года. It's very hot and sunny, and I go to the beach every day. Очень жарко, солнечно, я хожу на пляж каждый день. I can swim and play volleyball with my friends. Я могу плавать, играть в волейбол с друзьями. Sometimes there are thunderstorms. They are really exciting. Иногда идут грозы, и это так захватывающе. That's all. Скажите, а так ли меняется погода в вашей местности, и что еще вы можете делать в разные времена года? Составьте свой вариант рассказа о временах года, погоде и о том, что можно делать в данный сезон в той местности, где вы проживаете. Если нет у вас времени, возможности или пока еще не получается составить рассказ самостоятельно, запишите себе в тетрадь тот вариант, который вы прослушали с переводом в этом видеоуроке. The lesson is over. Урок окончен. Thank you for attention. Благодарю за внимание. The weather is great, so let's go outside. Погода замечательна. Так давайте же выйдем на улицу. Bye for now. До новых встреч!